Проект «Деснянский», главной целью которого является сделать Брянск привлекательной и яркой точкой на туристической карте России, был представлен в правительстве области заместителем главы городской администрации Галиной Корниенко. Богатое культурно-историческое наследие на территории города Брянска – это 204 памятника истории и культуры, из них 13 федерального значения, 191 регионального, а также на многообразие природных ландшафтов, выгодное географическое и геополитическое положение, уникальность объектов отмечается в отвечают всем необходимым требованиям для формирования и развития современного туристско-рекреационного комплекса. Уже сейчас разработаны 5 основных направлений, согласно которым на протяжении ближайших 10-15 лет будет формироваться туристско-рекреационный кластер. В планах провести реконструкцию зданий на Покровской горе, создать здесь панораму старого города с большим княжеским двором, дворами епископа, бояр, дружинников, ремесленников и торговцев. В перспективе открытия центра «Город мастеров», где будут работать знатоки древних ремесел, а посетители смогут наблюдать картины жизни предков. На территории Верхнего и Нижнего Судков планируют создать зону отдыха. Здесь появятся лестницы-серпантины с подсветками, тропа сказок с избушками и беседками. На набережной будет создан единый исторический ансамбль, в который войдут набережная, Славянская площадь, улица Калинина и всем известная лестница. В проект «Деснянский» включены также территории рощи Соловьи и парка-музея имени Алексея Константиновича Толстого, береговая зона озера Орлик. В рамках проекта запланировано масштабное благоустройство Бежецкого района Брянска. Сформированный проект «Деснянский» полностью подготовлен к участию в федеральной программе по развитию туризма в России. В рамках данной программы проект возможно будет реализовать на 30% за счет федеральных средств. Оставшиеся 70 должны взять на себя инвесторы. Кластеры требуют больших средств, такие, ну, например, вот как по бульвару Гагарина, Славяновская площадь и так далее. Это большие средства, которые необходимо привлечь, и задание, которое разработала Брянская городская администрация, будет основано на этих, то есть этих направлениях, с целью того, чтобы привлечь туристов на территорию города Брянска, Брянскую область. Поэтому, в принципе, планы есть, инвесторы потенциально уже имеются. Вице-губернатор Александр Касацкий рекомендовал более детально заняться вопросом развития туризма в регионе, чтобы в ближайшей перспективе презентованный проект не повис в воздухе и не остался лишь на бумаге, а все же был успешно реализован. Надо привлекать инвесторов. А если есть инвестор, надо всех собирать, и малый, и средний, и крупный бизнес. Кристина Перцхилова, Владимир Сидоров. События, Брянск.